Игра «Саровчан» с «Муромским кристаллом» стала решающей. Команды боролись за выход в финал первенства Нижегородской области. С первых минут юные хоккеисты включились в борьбу. Подопечные Максима Новикова взяли инициативу на себя и стали активно атаковать ворота соперников. Первый период закончился со счетом 3-0 в пользу «Сарова». Но они чуть-чуть в пас не играли, не жадничали. Когда-то защитники вперед уходили, мы атаки делали, забивали на добивание. Они давали нам добить, и чтобы мы забили, а мы вот не давали. Юношеский азарт и стремление к победе не давали расслабиться соперникам. Во втором периоде муромским хоккеистам удалось забросить одну шайбу в ворота конкурентов. Однако этого было недостаточно, чтобы победить. Спортсмены нашего города грамотно держали оборону и работали в команде. По словам тренера команды «Кристалл», его подопечным не хватило опыта участия в соревнованиях. Но ничего страшного, я думаю, мы будем продолжать работать, совершенствоваться и добиваться успехов, но немножко чуть попозже. Местные ребята, соперник продемонстрировали, противопоставили нам очень зрелую игру, качественную игру. Я считаю, что Максим Новиков привил команде те черты, за счет которых она играет в пас, остро атакует, забивает шайбы, разыгрывает комбинации, разыгрывает большинство, то есть видно играющие команды. Встреча закончилась со счетом 4-1 в пользу саровчан. Сейчас команда «Саров» занимает первое место в турнирной таблице первенства Нижегородской области среди юношей 2009-2010 года рождения. Дарья Козина, Артемий Глазков, Сергей Рябов. Служба новостей «Саров-24».